беспроводной датчик движения с дальностью фиксации объектов до 7 метров. В этом обзоре покажем вам датчик движения для умного дома Acuara Motion Sensor. В комплекте с ним прилагается поворотное крепление, стикер для монтажа, инструкция и гарантийный талон. Габариты сенсора совсем небольшие – 3 см в ширину и 3 см в высоту. Корпус пластиковый. Работает устройство от батареек. От 2 лет на одном элементе питания. Датчик движения крепится на любую поверхность с помощью двустороннего клейкого стикера. Лучше всего размещать его на шкафу или под потолком. Дальность обнаружения движения заявлена до 7 метров, а угол обзора составляет 170 градусов. Обнаружив движение, сенсор включает освещение. Еще на датчике можно включить режим сигнализации. Он будет отправлять оповещение на телефон, и вы узнаете, когда ребенок вернется из школы или кто-то зайдет в вашу комнату. Если вы надолго уезжаете из квартиры, на датчике можно активировать громкую сирену, чтобы отпугнуть потенциальных воров. Что в итоге? Acuara Motion Sensor – это миниатюрный датчик для отслеживания движения, который включает свет, помогает управлять умными устройствами в доме и даже активирует сирену. Также датчик движения от компании Acuara можно использовать в качестве Zigbee-компонента умного дома. Поддерживается решение от Яндекс, Mail.ru, Apple и Xiaomi, а также фирменная экосистема Acuara.